Одним из самых ярких треков молодежного фестиваля 3-4 стала «Формула кино». На первом этапе 29 участников должны были выполнить домашнее задание. Они подготовили ролики в нескольких номинациях. Некоторые из них показали зрителям на большом экране, а потом жюри наградило лучших. Мы участвуем, в принципе, практически во всех треках сегодняшних. Это «За спорт», «Вокал», потом, ребят, какие еще у нас треки? «Кино», «Формула кино». Вот лично я участвую в «Формуле кино». Мы спортивны и сильны, да, мы просто молодцы! Михайловский район, ура! Большое значение для всех начинающих режиссеров имел мастер-класс приглашенного спикера, известного артиста театра и кино Александра Тютрюмова. И вот сегодня молодежный форум с большим удовольствием на площадке кино. Я буду беседовать с молодежью о производстве кино. Именно как делается, потому что судя по тому, какие ролики сейчас идут, мы конкретно видим, что есть ребята, у которых есть хороший взгляд как оператора, хороший взгляд как у режиссера, но не хватает организации, продюсирования. Вот как раз мы об этом и будем с ними говорить на площадке. Получив ценные советы от спикеров, участники отправились выполнять задания, которые им дали уже во время фестиваля. Ребята делают безмонтажный кадр. Они должны были снять кинохит 2022. То есть взять любой фрагмент, любой песни, знаменитый из кино российского, советского, зарубежного, и заново снять вот этот фрагмент. Придумать новый вариант этого киношлягера. Снять один куплет и один припев. За выполнение этого задания также планируется награждение. Сначала в рамках трека, а уже в конце вечера на главной сцене представят самого выдающегося начинающего режиссера. Анжела Умбетова, Елизавета Кадацкая, Варвара Землякова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».